Лесная опушка, поместье Макмиллан. С вами канал Алекс Плей и Starlight. Привет-привет. Привет. Привет. Так, начинаю заводить. Я даже где-то чиню. Ага. Только нам бы обменяться, наверное. Привет-привет. Тут еще фанга одна такая, в стиле Эмма, что ли. Такая интересная. Да, да, шапочка. Смотри, как она выглядит. Ну, необычная такая, нестандартная. Это не формалка, я не знаю. Смотрится прикольно. Так, а он за... За Фоллименом, за Джейком Парком. Угу. Почему Фоллимен? А потому что это его ник. А. Фоллимен. А. Это... Господи, это же Витя. Да. Витя вышел погулять. Вите нужно выйти. Всё. Ну да. Остановите. Витя, нужно выйти. Витя вышел уже и бежит сюда. Ах ты, спиногрыз прицепился. А где она? Вот. Кстати, Витя совершеннолетний, ты это знала? А, я знаю. Это не ребенок. Ну да. Мне наоборот надо было там встать. Нормально, я думаю, ты тут мог там отделяться. Джей Парк, наверное, адекватный, да? Так что я тебе вот даю без зазрения. А, окей, давай сейчас. Точно. Так, где? Парк адекватный, вот, все. А, окей, я положил. Пьяные. Спасибо. На здоровье. Спасибочки. Ну ты реально на здоровье, я же отхилюсь. Ну да. Вот. Самое актуальное, наверное, слово. Собрано. Фраза. Такие звуки. Что они там делают? Чем занимаются? Такой, Тяночка! Я вижу Тяночку. Где, где, где? Да это Виктор кричит. Фангат близко. У тебя есть связь? Ты видишь ее? Нет, нет. Вот она прям за... За камнем. Ага, вижу, вижу. Видишь, у меня такой стиль. Похоже на Эмма? Аккуратнее. Прикрыла ее. На кого похоже? Ну, интересно, стиль фунги. Скорее такая, знаешь, сказать, девушка... Лансер, я бы так сказала. Угу. Которая такая, знаешь, на скейтбордах. Ну да, может быть. Да, не похоже на неформал, вот шапку же носит. Да. Не Эмма такой. Ой, давай. Так, все. Ну просто девушки редко когда в шапках такой ходят, мне кажется. Вот, кстати, раньше. Как это называется? Гантон называется? Ну да, да, да. Просто ее так называли. У нас так же, у нас так же. Поэтому... Ну как будто вот на одном районе жили. Вообще, у нас на районе. О, такие гопнички. Ну, у нас ее носили, я носила тоже, это очень популярно. Ты назад посмотри, поаккуратнее просто. Ой, боже мой! Ты видел ее? Нет! Сюда, палетка, ладно. Нет, я в хижине. Хорошо. Снимите, пожалуйста. Начало. Ой-ой-ой, ой-ой. А кто поднимет? Вы, кстати, можете поднять, да, его. Фанка. А там Витя, Виктор, Виктор. Витёк. Нет! Фанга трусливая ты. Ну, иди уже, подними. Фанга вон, прячется. Боже мой. Нормально, нормально. Тут хорошо выиграем. Его фенге поднять, а она боялась. Уходи, уходи, Алекс, уходи. Блин, серьезно упал. Ну сейчас поднимет, нормально. Она далеко, но успеет поднять. Она тупит, вон, смотри. Она сейчас, да, она поднимает. Это забавно. Убили, да-да-да, точно. Так, да-да, сейчас поднимемся. Сразу отбегайте. Я успею, да, 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 все, я успею, успею. Живала. Так, убегаю, убегаю. Ушел? Ушел? Да, да, ушел, ушел. Она с другим. Все ранее, сейчас надо отхиляться.
Да, я вижу тебя, я видел где. Тебя надо дохилять. Пока никто не висел, идеально. Просто мы все лежали, но никто не висел. Да. Просто очень такая, как это сказать, ситуация. Да, сейчас бы отхиляться, в принципе, будет все хорошо. Виктор? Аккуратно. Бежит. Да, бежит. Бежит, бежит. Жива. А вот тут можно, давай, чек-спот такой хороший, видно. О, спасибо. Хилева, надо продолжить чай. Так он в лачуге бегает, Виктор. Надеюсь, что мы сейчас дадим еще один день. Ну да. Блин. Ты же сейвить? Ты только там убей. Дышка. Поднимать его будет поднимать. Поставиться решил? Ну ладно, я буду тоже поставить. Я это... Хочу сломать, наверное. А, нет. На другой крюк несет. Ладно, я понял, да, ты да. Я тогда продолжу заводить. Ты не пались, может, как-то типа спасешь? Нашла, да, тебя? А, нет, не нашла, к тебе идет. Это тотем так и не поставил. Надо срочно тотем ставить. Нет? Заметил? Он, Витя вернулся сюда. Окей. Я сейчас там еще поставлю. Так. Блин. Алекс! Да, надо было лучше крутиться. Я не добегал. И... Так, хорошо. Главное, чини сейчас. Да, там почти заведен один. Они, кажется, что-то... Один что-то благословляет и ломает, и двое заводит. Это я. А, это ты. Да, и двое заводит, нормально. Надо поставить потом. Так, ко мне, по-моему, да, ко мне мы, Фэнк побежала, по-моему. А, нет, она за ней. Да, пока меня никто не спасает. Бегу к тебе, я бегу к тебе. Сейчас только затрону, Ген. Только укрыть. Так, она Виктора выпустила. Ген еще откатился. Значит, это чертик. Посмотрим. Бегу к тебе. Бук тебе. Виктор, здесь. Сюда бежит. Здесь. За тобой. Иду фангу подниму. На тебе? Да, я его ударил. Нет. Меня тешит, что это 18-летний... Не знаю, или сколько ему. В общем... За мной. Она за мной. Состоятельный мужчина, я не знаю. Он похож просто на ребенка, ну да, но. Завожу какой-то ген. А, на центре рядом с деревом. Еще успел отхилиться в процессе, пока бегал. Молодец. Шприц или. Не, я так кирилась. А, потихонечку. Ага. Вот а, там я тебе бегу. Молодец. Пришлось палету скинуть, чтобы отхилиться до конца. В лачуге, да? А, нет, там построено. А, окей. Ой, я вижу тебя. Давай дозаведем, может быть, потом. Давай, у меня просто связь, и я тебя веду. А. Дадим уже хотя бы один ген. Какие-то кубики на руках, смотри. А? За кубики. Ну, у тебя на запястьях. Интересно, что там изображено, я не вижу. Я просто приближаю. Так, ладно. Спасибо. Ой. Он на палетке, кстати, да? Нет, да. Там нет. Хорошо, нет, не на палетке. Палетки. Нет, нет, не на палетке. Зипа. Смотри, я тут могу сломать этот крюк. Блин, ну опять я не тот. Не тот выбрал.
Тут еще ген почти заведен, я его, наверное, дам сейчас. Даже давай пулбоксом. Чу, я сняла его. Угу. Все, я даю ген еще один. Ай, давай. А тотем мой погасили, да, я так понимаю? Ага, видимо, да, да. Еще один поставлю. Где-нибудь здесь. Окей. Mm. Продолжим. Давай. Ветер за фангой гоняется. О, фанат фанги. Будь аккуратнее. Ну, он что-то за мной так не бегает, как за ней. Походу, ему нравится просто ее шапка. Возможно. Хочет отжать шапку. Прикинь Виктора в такую шапку. Да. Пошла ломать. Нам бы Джейка Парка по это сейвить, он вообще не висел. Фу, точнее, два раза уже висел. Потом срочно так она Виктора сбросила. Алекс, осторожней. Нормально. Джей. Да, да чтоб тебе, блин, я не привык, что-то забыл уже тайминги этих Виктора. Виктор вообще тут. Я восстанавливаюсь пока. А, да, давай я бегу. У меня бежит. Кстати, вы успеете, да. Что, до конца? Да, а, давай, нет, туда. Нет, наверное, нет. Она здесь, давай, да? Давай. Она переключилась, да, кажется? А, меня. Бегаю. Тут палетки нету, аккуратнее. А тут некуда бежать, да? Так, если она пойдет на этот крюк, я смогу сломать прям с воротами. Ты, Алекс, ты что, ты хитованный? Не надо. Мне что-то другое. А, ну почему? Ну почему так? Не бегай, ладно, секунду. Я убегаю. Джейк Парк за хижиной чинит. Ходит. Угу. Я ушла за ним туда. Ну давай попробую спасти. Нет. Даже без часиков машины далеко. Окей. Наверное, отбежим подальше от генераторов. О, просто да, Виктор, да, Виктор. Да, подальше вон, постройки. Тут опасно без палеток. Я тебя сначала захилю, потому что... А почему? Ладно. Потому что ты-то стонешь, а я не стану. А, ну да. Витя! Нет! Его. Да, он два раза висел. Да. Ты очень стратегический. Ты думаешь. Хищный человек. Да. И я просто не пытаюсь себя спасти в первую очередь. Ну да, ты. Все самопожертвование. Иногда это плохо. Да. Бей его, бей! Да сзади тебе, бей его! Бейте его, бейте! Втроем на Витю. Бейте его, бейте! Черт, почти что, давайте, бейте его! Крутись! Бейте его, бейте! Втроем просто на Виктора напали. Забавно. Он такого маленького... Не, он смелый такой, да? Кинали просто Витю. Я сейчас тотем поставлю. Начинаем выхилить? Начинаем. Опять Виктор вылез. По кругу, бей, Витю, бей. Так, а он за другой. Так, всё, ладно, пойдем, не заводить. Там Джейк Парк почти дал, ну, чинил, точнее. Mm-hmm. Я не знаю, насколько сейчас отдал. Ну, блин. Раз он начал это чинить, значит, откатился. Ну, полбокс, наверное, все-таки оставлю. Вдруг спасет жизнь кому-то. Заряды. А, не получается крутиться. Так, я тогда увожу. Тотем будет, наверное, да, ломать?
А, затушила ты там, кажется. Не затушила, затушила, да. Так я ведь увожу. А я чиню. Я уже 50%. А, блин! Да... Алекс! Она поднимает, ты на палетке? Не, я на палетке, на палетке. Она далеко от меня. Буду восстановиться. Кстати, Виктора можешь ударить. Или, я даже не знаю. И Витю. Она... Виктора. Виктора превратилась. И вот, бей, бей, бей его! Нет, у тебя 5 секунд было. Надо вернуться, потом бить. Да, меня нормально поднимут. Она далеко, нормально, можешь не париться. Да ё-моё! Не пусти... Здесь тебя поднимут. Так, все хорошо, все хорошо. Она ломает ген. Мы даже отхиляться успеем. Ой, давай, давай. Аккуратно. Беги, беги. Так, ломает. Ломает. Так, я ее вошел. Одна для этого прилили, да? Та-та-та-та, поставь срочно. Это напряженная катка в конце. А, напряженная. О, блин! Боже мой, я ее не заметил. У нее что, умелец? У нее не было террора. Умелец, да. У нее умелец, скорее всего, точняк. Ты убегаешь? Блин, подальше. Не было террора. Тебе надо подальше. Не бежать, там некуда, некуда. А, вон некуда ты. Бежать, там некуда. Видите, у нее умелец. Я вообще сижу такая. И вам чертик, наверное. Возвращаться к вам, да, там надо где выключены. Уходите, уходите. Здесь тоже надо быть поаккуратнее, а то я так это... Ну да, ты тоже уже повисела. Еще надо разменом как-то взять. Так, я тогда побежал по периметру. Не, Фенга бежит. Фенга бежит? Да-да-да, не беги, не беги. И Джейк Парк бежит. Смотри, можно куда-то отбежать и отхиляться? Это у крюка отхилят. Угу. Просто сейчас, скорее всего, он придет. Быстрее просто. Парк, ты куда убежал? Так, кинул Витю. Так, вы отхилялись? Отхилялись. Она у вас... О, я на нее вышла, нет! Нет, нет, нет. Так, а убежишь? Давай я поменяюсь с тобой. Ты убегаешь? Она с тобой? Меня лечат. Ой, она за мной. Ты срочно тот цель поставь. Уже не знаю. Отставились. Я, короче, отбегаю. Блин, напряженно, очень напряженно. Че напряженно? Так, пусть она заводит, я тотем поставлю, пофиг. Нужен. Она сейчас, наверное, к вам пойдет, потому что... Потому что далеко отошла, и ей надо возвращаться. Вижу Витю. Вон, ой, я вижу тебя. Ё-моё! Ё-моё! Блин, а как? Увернулся. Проснулся! Она далеко, кстати, можешь сбрасывать нормально. И отхиляемся потом. Тут тоже генератор. Блин, чинили, я даже не знаю, где. Вот здесь. О, дочинили! Тебя надо долечить. Тихо. Не-не, тебя. Ты два раза висела. Ты стонешь! А, убегай, нормально. Я буду висеть, все нормально. Мне надо понять просто, куда бежать потом. Она еду, главное. Ну да. Она к вам идет, к вам. Убегайте. Парк тебя снял с часами? Да, да, с часами. И выхилили, все. Шрана, как? Беги. Мы тебя прикрываем. Только куда бежать-то? Двери-то не подготовлены. Ну да.
куда-нибудь в угол, не знаю. Постройку. Мы тебя сейчас отхилим, видишь, две финги тебя похилят. Ага. Так, давай вот здесь. Сначала вот подлатать надо, потом отхилять. А, все по два раза повесили, кроме фунги, кстати, вот этой шапочки. А, да-да-да, если что, ей только надо ей подставляться. Нужно дверь открывать, а где они? Я вообще что-то не чекнула. Надо по периметру, да, побежать. Вон впереди, это не они? Не ворота? А, да. Да, это ворота. Тогда открывайте, я тотем на всякий случай поставлю. Дам метку, так сказать, Джейку Парку, куда бежу. Ой-ой. Так, еще круг сделаю. А мы тут, если вроде... что, подставимся. Да. Ну, все, вроде убегаю. Все, нормально, площадку. Какая напряженная карта. Открыл. Никто не сворвал мою карту. Что такое? Я тебя в нос тыкаю. Она не понимает, она не в теме, что ли? Она не в теме, походу. А где последний-то, интересно? Где Джейк Парк? Я ему даже как указатель поставила тотем, что мы здесь. Да, странно. Надеюсь, он убежит? Парк. Даже не хитованный. Наеда нету. А, вон он бежит. Все, все нормально. Тут Вити нам не сел на плечики. С ним. Можете, если прыгнет, по-моему, сразу ты не уползешь. А не сможешь уползти. Там какое-то время. Что убегаем. Да. Неплохо, блин, 20 минут. Мучились. Напряженная. С последним геном, да, очень сложно было. Да. Взяли максимум. Две капли, да, у тебя тоже? Одна капля. Одна. Одна? У меня зато, да, радужная за альтруизм, все остальное золотое. ГГ. Можно по-русски даже написать ГГ. Е. ГГ. Кровосися? За нами гналась кровосися? Это забавно. Кровосися с нами гналась. Неплохо покормились. Кровосися. О, блин. Забавно. Я прорекламирую тебя. Серьезно, боже мой. Я сам не принял. Посмотрит, как со стороны это было. Может, где-то нас не заметил, где мы были и все такое. Ютубер The Alex Play. Забавно. Вот. Вдруг новый подписчик будет. Возможно. Если вдруг прочитает. Ну он прям перворанговый, неплохой ман. Хорошо контролил в конце особенно. Да, очень хорошо контролил.